Ну, чемпионат WorldSkills для студентов имеет в первую очередь показать тот первоначальный профессиональный навык, который должен иметь любой инженер. Вот в традициях университета уже было заложено давно, что выпускник той или иной специальности должен в совершенстве владеть рабочей профессией. И большинство студентов на первых курсах, на первых практиках осваивают эти рабочие профессии. И свой уровень профессионализма они показывают на таких вот чемпионатах. Движение WorldSkills, значит, мировое движение, связанное с развитием профессиональных навыков, компетенций, рабочих, популяризации рабочих специальностей среди молодежи. Участие в движении WorldSkills позволяет студентам на этапе еще студенческой скамьи получить рабочую профессию, быть профессионалом своего дела. Главное, и на таких чемпионатах происходит смычка между проектной работой, которая закладывается у инженера, и получение рабочих компетенций. Очень часто, кстати говоря, на многих предприятиях именно так и делают. То есть проводят, проектировщик что-то проектирует, а потом совместно с монтажниками он выезжает на место сборки и все это дело смотрит, как по его проекту выполняется. А здесь, в рамках вот этого чемпионата, мы можем провести вот эти компетенции, дать студентам прямо на месте. И одновременно и проектирование внутренних ячеек, вот как здесь происходит сейчас, поиск неисправности, программирование микроконтроллеров, это программирование частотного преобразователя. Вот эти элементы, их для среднеспециального образования, они там достаточно усечены. Здесь больше творческая работа, именно инженерная работа студента. Ребята, вот, которые участвуют в WorldSkills, они получают действительно производственную подготовку. Студентам позволяется поучаствовать в таком движении, где действительно решаются какие-то реальные задачи. То есть на самом деле любая задача WorldSkills – это реальная оптимизационная задача какой-либо области. В основном участвуют, да, старшие курсы, потому что у них уровень подготовки выше. И, собственно, есть некоторый опыт работы с ресурсами, это позволяет им выполнять задания. Важна здесь связь с работодателями, то есть возможность студентов не просто в себя попробовать именно как специалиста, но и работодатель может посмотреть, насколько он выдержит. Что у нас очень практикоориентированный подход позволяет ребятам попробовать себя в реальной деятельности. Мы присутствуем на соревнованиях WorldSkills по компетенции холодильная техника, одно из направлений в университете в нашем. Для нас это очень важный проект, поскольку он является составной частью учебного процесса. То есть мы идем постепенно к внедрению демонстрационного экзамена по этой специальности. Кроме того, мы эту технологию внедряем и на другие специальности, в частности по направлению технологии машинного оборудования. Но это как бы новое качество обучения. Потому что, во-первых, дети практические навыки осваивают. Это проводится в такой более интересной форме, чем просто академические звонковые занятия, как бы, да. Ну и, естественно, результат, потому что фактически в учебном процессе происходит отбор ребят на эти соревнования. То есть какой-то элемент соревновательности появляется. Уже на этих соревнованиях идет отбор на всероссийские соревнования. То есть... Сказать, что соревнования WorldSkills для студентов очень полезная, очень важная вещь. Объясню почему. Вот не все в теории, да, дается. У нас очень много в ВУЗе есть теории, не все показывается на практике. Этого мало. Как вот само по себе соревнование – это, конечно, не самоцель. Самоцель – это проведение демонстрационного экзамена и практикоориентированное обучение студентов. Ну и, собственно говоря, вот этот вот соревновательный момент, он тоже важен для мотивации студентов.
Осуществляем компетенцию электромонтаж. В рамках данной компетенции выполняется сборка электроустановки, неисправностей, также выполняется программирование и обработка электрической принципиальной схемы. Дизайн входит в топ-50 наиболее перспективных специальностей России. А уникальность компетенции WorldSkills заключается в том, что в каждом из модулей дизайнеры делают совершенно разные продукты. В итоге получается 4 продукта в 4 разных направлениях, которые оцениваются по огромному количеству объективных и субъективных критериев, что дает возможность объективно оценить, казалось бы, творческую работу по вполне адекватным критериям. Компетенция технологического предпринимательства сочетает в себе инженерные знания, навыки и умения и экономические знания и умения. В этом ее уникальность, в этом ее перспектива. Студенты получают доступ к новейшим знаниям по экономике, то есть это маркетинговое исследование новейшее с элементом полевых исследований. Специалист в области компетенция облачных технологий в настоящий момент времени – это специальность, которая очень широко развивается и используется во многих отраслях. То есть все тенденции ведут к тому, что сервисы, которые потребляют, будь то электронная почта, интернет-магазины, они в настоящий момент времени все переходят в так называемое облако, то есть на вычислительные ресурсы провайдера. Следовательно, коли такая тенденция развивается, возникает большой спрос на специалистов как раз в этой облачной технологии. Компетенция хороша тем, что она, видите, включает в себя машинное обучение, большие данные. Это два таких, знаете, краеугольных камня, на которых содержится такая технология, она сквозная технология, которая называется искусственный интеллект. Вот. И мы уже все слышали, что сейчас вот наш век цифровой трансформации, да, искусственный интеллект, это уже становится обязательной частью любого IT-продукта. То есть IT у нас сейчас затачивается на то, что они создают сервисы, вот, которые называются интеллектуальными сервисами. И вот это две части, на которых работают вот такие сервисы. Соответственно, это подтверждает действительно, что это очень актуальные навыки, которые нужны молодым специалистам. И на рынке труда это очень востребовано. Наша кафедра не выпускающая, то есть мы не готовим вот конечных специалистов. Студенты любой специальности занимаются 3D-моделированием сейчас, технической специальности. Мы участвуем в WorldSkills уже не первый год. И есть уже первые результаты. Девочка, которая заняла одно из призовых мест в прошлый раз, она сейчас устроилась именно специалистом на нефтезавод по 3D-моделированию. То есть, получается, обучаясь на одной специальности, ее профессией стала вот эта вот промежуточная. Цифровая метрология по стандартам WorldSkills развивает практические навыки работы с современным цифровым измерительным оборудованием. Это и координатные измерительные машины, и цифровые измерительные микроскопы, и контурографы, профилометры, то есть то, что отвечает за контроль профиля шероховатости поверхности, и также по работе с ручным цифровым измерительным оборудованием. Участники в ходе проведения чемпионата получают детали и проводят контроль качества их изготовления. Ни одно современное машиностроительное производство, авиа, ракета, космические технологии не может быть, не может развиваться без современных цифровых средств измерения. Здесь мы проводим компетенцию, которая называется цифровая трансформация. Вот слова эти новые, многие непонятные, да, то есть цифровая — это у нас сейчас все цифровое, да. А, собственно, что именно мы трансформируем? Речь идет о том, что в современном мире задачи автоматизации чего-либо, уже там привычные и знакомые, не решаются отдельными специалистами. Их решает целая команда, которая занимается разными аспектами преобразования предприятия, бизнеса, какой-то деятельности людей из одной формы в другую. В нашем случае это цифровая форма. То есть ребята создают в рамках своих заданий и компетенций концепцию решения каких-то интересных задач современного мира. Например, в качестве реального задания, реального кейса, который они сейчас решают, это задача трансформации нашего собственного технического университета. Но не его всего, а такой интересной части, как
элемент привлечения, развития и удержания талантов. Тем самым станем какой-то точкой притяжения молодых талантов, да, то есть мы классные в цифровой форме. Вот и реализация этой идеи как раз посвящена наша компетенция сейчас. Во время обычной учебы в университете мы просто изучаем различную теорию, а здесь мы можем это все направить в практику. Попробовать свои силы, способности, может, посмотреть, на что способны, даже просто опыт получить. Копить опыт участия, уметь учитывать ошибки прошлых этапов и совершенствовать текущие результаты. Наших студентов могут участвовать или уже участвуют вот в этом замечательном соревновании World Skills. О том, сколько всего сейчас компетенций, вы уже знаете, 11 компетенций, огромное количество участников, огромное количество экспертов, один приказ многостраничный, в котором перечисляется, кто участвует и насколько это грандиозное мероприятие. Хочу сказать, в ВУЗе сейчас и у меня на факультете гораздо больше желающих участвовать по тем компетенциям, которые сейчас еще даже не входят.